Всем привет, друзья! Вы на канале Фэншоп Полезный и не очень. Сегодня решил записать немного полезного контента о смартфоне Tecnopova Neo 2. Вот он у меня в руках. Да, ребят, да, в 2025 году. Приобретал я его на Авито за сущие копейки. Обошелся он мне в районе там 4000, но данная модель с небольшими нюансами. Ну как, для некоторых это небольшие, а для других это довольно ощутимо. Данный смартфон висит на учетной записи Google. Сегодня я расскажу и покажу, как отвязать его от этой самой учетной записи. Кстати, ребят, данная инструкция, возможно, подойдет и для других смартфонов Tecno. Не будем тянуть, подписываемся на канал, ставим лайк за полезный контент и погнали! Ну что, друзья, приступим. Сброс системы через Recovery никак нам не поможет. Аппарат висит на Гугле. И, к сожалению, простым сбросом здесь не отделаешься. Давайте я вам продемонстрирую, что смартфон висит на аккаунте. В принципе, в левом верхнем углу видно, что аппарат в замке. Но все же, нужно подключиться к сети. Давайте я это сделаю. Есть. Так, дальше, далее. Здесь, само собой, принимаем, далее. Подготовка телефона несколько минут, здесь немножко надо подождать. Смартфон в целом неплохой, конечно, но вот такие вот траблы с ним случаются. И это печально. Но все решаемо. Немного надо подождать. Ага, вот видим, предлагает скопировать данные, ставим не копировать. Здесь проверочка. Ну видим, да, вот вверху в левом. В верхнем углу видно, что замочек. Ну и вот подтверждение аккаунта, ребят. Нужно вводить, но пароль мы, к сожалению, не знаем, поэтому смысл вводить его. Ничего нам это не даст. Даже если ввести свой аккаунт, проблема останется. То есть я этого, в принципе, сейчас делать не буду, поэтому здесь все ясно. Ладненько, давайте назад. Назад. Так, назад. Назад. Ну и сейчас как раз таки приступим к разблокировке. Забыл, ребят, сказать, что нам понадобится сим-карта. Вполне обычная для создания контакта. Нажимаем на сеть. Поделиться. Далее нажимаем обмен с окружениями. Включить. И здесь нужна помощь. Так, перекидывает нас в справочку. Нажимаем три точки и поделиться статьей. Еще разочек. Сообщение. Так, нажимаем новое сообщение. Видим, высвечивается текст и кому. Вот во вкладке кому. В тексте вообще не важно, что писать. Во вкладке в кому создаем контакт с любыми цифрами. И нажимаем на человечка плюс. Так, ребят, извиняюсь, камера у меня вырубилась, к сожалению, перегрелась. Такое бывает, да. В создании контакта, ребят, вводим какие-то цифры, неважно, и сохраняем его. Вот у нас создался контакт 6566. После сохранения контакта нажимаем на значок контакта, поделиться. Выбираем вкладку поиск по изображению Google. Открывается вот такая вот вкладочка у нас. Снова нажимаем три точки. Политика конфиденциальности выбираем и попадаем в Google. Нажимаем продолжить и выбираем поисковую систему. Выбираем Google, окей. Так, здесь не надо включать синхронизацию. Спасибо, не надо. И перекидывает нас на полноценный уже браузер. Зажимаем здесь любое слово, вообще не важно. Выбираем веб-поиск. И перекидывает нас на нормальный полноценный поисковик. Так, здесь вводим, ребят, сайт AdRoom. Так, сейчас я переключу язык. AdRoom. Вот он, этот сайт. Так, заходим в него. Это, само собой, ребят, не реклама. Это на этом сайте мы откроем сервисное меню. Так, открывается. Выбираем AdRoom Bypass. Нажимаем. И вот открывается у нас меню такое. И потом пролистываем, ребят. Пролистываем его до вкладочки Open. Заходим в нее и попадаем в телефонное меню. Дальше нам понадобится подключить смартфон к компьютеру. Вот это все мы дело удаляем. Она нам больше не понадобится.
и подключаем наш смартфон к ПК, предварительно установив на компьютер программу TFT-MTP Bypass. Если кому надо будет данная программа, напишите в комментариях, я оставлю ссылку. Устанавливаем вкладочку After Reboot и заходим в функции. И после этого подключаем наш смартфон к ПК. Заходим во вкладку ADB Remove FRP, нажимаем ее, и телефон определяется Connect and Android Device Mode, то есть смартфон у нас подсоединился. Нажимаем галочку ОК, а на смартфоне вводим комбинацию звездочка, решетка, 85, решетка. Все, и попадаем в сервисное меню. Все, здесь разрешаем, и еще раз нажимаем вкладочку Remove FRP. И пошла прошивка. Ожидаем. Это должно занять секунд 15-20, не больше. Reset OK. Ожидаем. Все, ребят, все верно. 15 секунд. Прошивка завершена. В принципе, все. Все, смартфон у нас перезагрузился. И мы получили готовый аппарат к работе. Ну что, друзья, вот и у нас прекрасный чистый аппарат, как говорится, девственный, но все равно рекомендую его сбросить до заводских. Еще разочек зайти в настройки и сбросить до заводских, на всякий случай, всю систему. Давайте это сделаем, как раз я при вас покажу. Так, удаление, так, удаление всех данных. Все, удаляем ваш аккаунт Google, удаляем скачанные приложения, ну и все. Все, удалить у всех. И телефон перезагружается. Давайте немножко подождем. Это надо будет сделать, конечно, на всякий случай. Мало ли, как говорится, что-то там осталось или что, хотя я сомневаюсь. Ну вот оно, пошло удаление, как видим. Если, ребят, у вас что-то не получилось, напишите в комментариях, я постараюсь всем помочь. Также, ребят, если видео вам помогло и у вас все получилось, напишите об этом в комментарии. Или можете выразить благодарность в виде доната. Если данный формат контента вам понравится, буду делать это чаще. Всем заранее спасибо. Вот он у нас и перезагрузился. Давайте, так сказать, зафиналим. Так, покажу, что смартфон девственно чист. Хотя уже видно это. Нету замочка. Это косвенный признак того. Так, русский. Подключаемся к Wi-Fi. Далее. Далее. Принимаем все условия. Подготовка телефона. Вот, друзья, таким нехитрым способом, я думаю, можно прошить любые телефоны. Не только Tecno. Я думаю, Infinix. Это, в принципе, одна операционная система у них. Поэтому, я думаю, с этим тоже проблем не возникнет. Поэтому пользуйтесь данным способом. Еще немного. Копировать приложение, не копировать. Проверка. Так, Google аккаунт. Давайте мы пропустим. Пропускаем. Сервисы Google. Принимаем. Так, это предустановленные приложения. Они нам не нужны. Окей. Еще немножечко. Так, пропускаем, Tecno, разблокировку пропускаем, клонирование пропускаем, ну все, финальная стадия, подготовка телефона. iOS вас приветствует, 12.0, на основе Android 12. iOS лаунчер запускается. Все, друзья, как видим, телефон совершенно чист, как будто с завода, так сказать. Настройки, еще раз давайте посмотрим Google. Все, вход в аккаунт. Как видим, все делается довольно быстро и просто. Если видео было полезно, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, если еще не подписаны. Кому не жалко, можете закинуть немного доната. Номер карты я прикреплю в описании. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч, пока-пока.